Экс-продюсер Лободы Крапивина после скандала с Киркоровым обратилась к подписчикам. Бывший продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина обратилась к своим подписчикам со словами благодарности после громкого скандала с певцом Филиппом Киркоровым. Экс-продюсер заявила, что поддержка, которую ей оказали подписчики, тронула ее до слез. Она поблагодарила публику в Инстаграм за теплые слова, сказанные в ее сторону, и за то, что интернет-пользователи не отвернулись от нее в таком громком скандале. «Люди, вы очень крутые, и вас так много, спасибо, не ожидала, до слез», — эмоционально заявила Крапивина. Вот так. Подписывайтесь на мой канал и будьте в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом.